Дорогие друзья, в рамках выставки «Деревянный дом. Весна» участвуют не только производители, строители деревянного дома, но и те, кто создает всю эту красоту, архитекторы. И также, конечно же, наши выставки поддерживают правительственные организации, что для нас, безусловно, очень важно. В нашем интервью сегодня Ефим Владимирович Басин, председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства, герой социалистического труда, и Илья Экономов, архитектор и глава компании Best Architects. Коллеги, передаю вам микрофон. Ефим Владимирович, прошу вас. Я хочу еще раз подчеркнуть, насколько важна эта выставка, потому что она полезна каждому гражданину России, желающему иметь свой дом. Здесь можно не только купить готовую конструкцию, готовый материал, готовый дом, но и заказать на свой вкус у архитектора, у профессионала своего дела проект на такой дом. И вот со мной рядом находится человек, можно сказать, потомственный архитектор. Я горжусь именно вот такими людьми, такой семьей, как у Сергея Львовича Экономова, что у него и дети тоже архитекторы. Поэтому, Илья, тебе слово, да, как архитектору, как продолжателю дела отца. Пожалуйста. Добрый день еще раз. Для нас большая честь участвовать каждый год в этих выставках, потому что посетители наших выставок – это те, кто нуждается в помощи архитекторов, дизайнеров, кто пришел построить дом, выбрать хорошего специалиста. И что важно, каждый год на нашей выставке представлен широкий спектр отделочных строительных материалов и архитекторов, и архитектурных студий. Мы в рамках выставки всегда стремимся показать возможность сочетания как наследия богатого русского опыта, русского зодчества, русской архитектуры и современных технологий минималистичных домов. Ждем вас в гости к нам на выставку. Надеемся, что вы найдете для себя много интересных и позитивных открытий и решений. И сможете приблизиться к реализации вашей мечты и идеи по строительству и благоустройству, возможно, вашего уже построенного объекта, отделки интерьера, ландшафта и малых архитектурных форм. Спасибо.